Ну что ж, дорогие мои, а вот и ваши любовные сообщеница. Так как завтра у нас какой праздник? День Святого Валентина. День всех влюбленных. В этот самый день все целуются, обнимаются, говорят друг другу: «Я люблю тебя!» Слышишь, Даня? Да, «Я люблю тебя!» Да я знаю. Давай. И целуются. И целуются. Вот. И смотрим, что у нас за сообщение. Итак, у нас... Ну, совсем не в тему. Спрашивают, почему мы не пошли на чемпионат по боксу? Ну зачем? Жиров же там был. Нам-то что там? Да. Делать? А вот еще руку сообщение. Носить? Я считаю, что вы просто-напросто кривляетесь. Вы оба даже очень несимпатичные парни. Кто подписался? Не знаю, не подписались. Mm-hmm. И тут же вот говорят, что нам нравится ваша передача и что тащутся от нас. Подписался Шамиль. Хорошо, Шамиль, поздравляем тебя. И тут же какой-то опять-таки Шамиль говорит, что про какой-то про полный отпад. А, типа... Отпад! А я падаю и тащусь! Как удав по пачке Дуса. Ну хорошо. Ага, а вот и любовные сообщения, наконец-таки. Лена и Марина, вы хорошие девчонки. Но мальчишки лучше. А, да. Подписались Юра и Олег. Олени, ну, еще лучше! Олени, как... это... Да подожди ты, ну пожалуй. Как говорится, в день Святого Валентина всякая любовь хороша. И натуральная, и денатуральная, и голубая, и розовая. Рома, если ты не прочитаешь мое сообщение, расскажу твоей маме. А что за сообщение, милая моя? Так, понятно. Вы все нехорошие люди, потому что не читаете сообщения. Вот, вот читай. От 27-й школы. Привет ей от Оли. Оля говорит, что она любит всю свою 27-ю школу. В день вот, Святого Валентина. Вот так вот. 27-я школа, вы можете гордиться. Вас любит Оля. Одна Оля. Всю школу. Понятно. Так, что тут у нас далее? Ага, ага. С приветом Джону Максу из группы Бублики от СПТУ номер 9. Ну что ж, Джон и Макс, а вам огромный привет от СПТУ номер 9. Так, ага. Рома, привет! Хочу сказать, что Женечка Кравчук мне очень нравится. Хочу пожелать, чтобы он почаще появлялся на экранах телевизоров мира. Ну что ж, Мирочка, учтем свое сообщение, тем более, что оно как ни... Куда нельзя лучше подходит. А, да, потому что завтра день Святого Валентина. А у меня вам совет. Берите портрет Женечки Кравчука, приклейте его на экран вашего телевизора, и вы днем и ночью будете его там видеть. Да. Итак, ага, ага. Так, что тут у нас? Роман, привет. Помогите мне, пожалуйста, найти моих друзей. Ну что ж, тоже вполне соответствует, да? Маралбека и Шакена, с которыми я познакомилась в 98-м году на озере Иссык. Куль. Вот так, завтра, 14, да, завтра. Я очень вам благодарна. Понятно, оставляет свой телефон. Ну хорошо, Маралбек и Шакен, которые познакомились с девушкой в 98-м году на озере Иссык-Куль. Как-никак, завтра день всех влюбленных. Позвоните ей по телефону 339141. Так, 339141, звоните. Да-да-да. Ага, вот такие опять-таки любовные сообщения. Рома, привет, как дела? Ну как дела? Нормально. Передай, пожалуйста, всем 121-й школе привет. Скажи, что... А, и скажи Ерлану, что я его очень люблю. Подписалась Эльвира. Ну что ж, Ерланчик, друган ты наш, родненький, землячок ты наш. Эльвира тебе любит. Я тебе кохаю. Да. Хочу сказать самой прекрасной девушке Ире. Так что... Хочу... Скачут сообщения прекрасной девушки Ири, что я ее очень люблю, очень сильно люблю. Подпись Гера. Ну понятно. А Кока никого не любит? Кока. Кока любит Васю, например. Так, понятно, Рома, ага. Окей, так, что у нас дальше? Так, Ромочка, здравствуйте. Я хотел бы поздравить тебя с наступающим днем Святого Валентина. Спасибо большое. Хочу попросить тебя, чтобы ты поздравил мою подругу Гульнар с прошедшим днем рождения. Ну что ж, без лести не обойтись. Ну что ж, с днем рождения, Гульнар, с днем рождения. Убери свою рожу с экрана, подписался Сергей. Ну вот ты убери. Пошли отсюда. Окей, возвращаемся к нашим сообщениям. Так, что у нас дальше? Привет, как вы сегодня? Классно выглядите. Ой, thank you. Хочу передать привет Дагманке, Исмаилу, Музику, Тузику, Альбике и Жамильке. Окей.
Дюзику. Так, ага. Спасибо большое, Жанна, тебе за сообщение. Это сообщение, я не буду говорить, да? Да, не надо. Просто супер подходит к нашему завтрашнему празднику. Дню Святого Валентина. Спасибо тебе большое, Жанночка. Просто супер сообщение. Муа. Так, я хочу передать девочке Мульдер, что я ее люблю. Позвони мне, Бока. Бока, ну ты же не оставил мне свой телефон? Мульдер просит. Да. Рома, обязательно прочитай мое сообщение в эфире. Прошу передать... Прошу передать привет Лерчику, Рахиму, Вике и всем, кто меня знает, а также школе 102. Я тебя обожаю, Лёка. Лека. Привет. Лего. Давай я буду передавать, ты читай. Да. Привет. Вы ничего хорошего не говорите. И ничего хорошего не услышишь. А вы ничего хорошего не посылаете. И ничего хорошего не увидите. Так. Передайте привет колледжу новых технологий от Большого. Большой колледж новых технологий. Датури. Большой тебе загоняет. Полный. Большое, это, наверное, изобретение этого колледжа. Да. Народ, хочу послушать. Ага, ага, ага. Послушай. Послушай. А мы сейчас будем петь. Да. Ага, вот. Привет от Ультрафиолета. Ультрафиолет, наверное, поздравляет всех с наступающим днем Святого Валентина и желает всего самого наилучшего, самого прекрасного, самого радостного. Любви, там, счастья, здоровья, удачи. Добра и справедливости. Цвести, расти, там, копить здоровье, как говорил Жантимир. Оно там дальнейшие условия, как говорится, все. Кстати, пейджер, сообщайте. Все, спасибо. Дальше. Итак, что же у нас тут дальше на нашем пейджере? Вот, кстати, номер. Ужасно неприятно смотреть на двух дураков, которые не умеют вести передачу, подписался Олег. Ну что ж, Олег, в очередной ужасно раз... Ужасно неприятно отсюда, получать сообщения от того, кто не умеет их посылать. Привет, Роман. Я хочу сказать, что Женьку в школе называли Буратино за его красивый нос, подписалась его... Одноклассница. Ну что ж ты, наша милая одноклассница. Вас, наверное, в школе кликали танком. Ну что ты так? Ну я предположил. Ну что ж, спасибо большое за ваши сообщения. Присылайте их вот на этот пейджер. Alma Page 504161. Абонент Роман. Ну и, конечно, ждем их. Я прикинь, такая. Вас, наверное, в школе называли танком. Что, она думаешь, такая большая? Нет, просто у нее дуло. Дуло. Все, спасибо большое. Тут дуло. А-а. Хобби.